Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра у нас на календаре 24 октября. Издавна в этот день наши предки наблюдали за животными и по ним судили о предстоящей погоде. Куры на насест рано сели, или домашняя птица голову под крыло прячет к похолоданию. Если скотина ведет себя беспокойно, то пришло время ненастья. Кольбелки, кроты и мыши усиленно кормом запасаются. Не за горами суровая и затяжная зима. А еще была вот такая примета. Ежели листья на деревьях шуршат, готовьтесь к снегопаду. А какая же погода ждет нас завтра, 24 октября? Сейчас я вам об этом поведаю. В деревне Дедино Себежского района Псковской области наконец-то выглянет солнышко. Но будет оно в паре с дождем, который льет уже несколько дней. Столбик термометра поднимется до плюс 11. Однако послезавтра погода решила устроить жителям передышку. Осадков не будет, а солнце останется. В поселке Бабушкино Нестеровского района Калининградской области плюс 16. Ну, просто сказка. Осадки не намечаются. Но погодную идиллию таки планирует нарушить дождь, который придет в деревню уже послезавтра. Так что, если вы еще не закончили свои огородные дела, успевайте, пока сухо. А в деревне Внуково Гороховецкого района Владимирской области дожди потихонечку начинают отступать. Правда, завтра без небольших осадков не обойдется. Воздух прогреется до плюс 10. А вот послезавтра ждите только яркого солнца. Но не забывайте, что скоро зима. Снег прогнозируют уже на следующей неделе. В селе Сынково городского округа Подольск Московской области тоже льют дожди. Ртутный столбик поднимется до плюс 10. Непогода давно разошлась и пока отступать не собирается. Впереди одни осадки будут сменяться другими. Через несколько дней дождь прекратится, но тут же выпадет снег. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог! Yeah.